Очаков ТВ представляет. Что вы так поздно сидите? Ну, почему поздно? У меня только 5 вечера. Ну, в принципе, да. Я не очень слежу за временем в Калифорнии, правильно? Можно задать пару вопросов? Ну, если будут какие-то тематические вопросы. А, конечно, как же может быть еще? Какие еще могут быть другие? Если будут тематические интересные вопросы, давайте. Насколько убито сознание россиян? Не могу сказать этого. Ну вот я сам по себе, грубо говоря, русский. Вы там видите, что я живу в Норвегии. Вот. Ну не знаю, вот последние 25 лет, грубо говоря, проведя в Норвегии, я сейчас общаюсь с русскими, и я понимаю, что они убиты морально. К сожалению, вынужден констатировать, что я с этим согласен. Я не понимаю, как вот даже, вот, например, грубо говоря, у меня там друг вот там был, вот, я с ним общался там, ну, со школы до этого, вот, и как бы начали общаться, год общались, пытался его немножко переубедить, вот эту пропаганду убить в его башке, вообще не получается. Человеку не надо, ему не нужна правда. Она ему не нужна. Ну вот смотри, вот у него все, везде виноваты вот эти пиндосы, у него виноваты европейцы с геями, вот, Израиль, просто ужасные люди, вот просто всех надо убить. Естественно, конечно, да. А как? Вот как так? Человек, вот грубо говоря, я просто не понимаю, возможно, я как-то не вижу, вроде смотрю там обманутого россиянина, там Фейгина, вроде все вижу, вот что происходит в России, но вот этого вот я не могу понять, что они, что у них в башку залезает, чтобы они настолько были странными. Среда, условия существования диктуют свои правила для большинства людей, лишая их конструктивизма, лишая их логики. Точнее, логики их не лишают, они просто ее не хотят. Они не хотят следовать логике, им это невыгодно. Потому что человек же каждый, ну, по крайней мере, должен жить во имя чего-то и для чего-то. И если россиянину сейчас признаться в том, что вот в таком, мягко говоря, задницы, блин, он оказался вместе со своей страной, это значит, что просто поставить на себе моральный крест, сказать, да, я лузер, я, блин, никто, я ничего не могу с этим сделать, то есть, ну, намного проще начать придуриваться и говорить, что нет, мы великие, мы все делаем правильно. Это же с моральной точки зрения просто намного проще. С одной стороны, да, но все равно вот можно же как-то, ну, вот, например, даже я вот, например, вот с ним общаюсь, с этим человеком, и он уже может быть более-менее открытый, но все равно у него какая-то вот, у этого человека, вот у него сзади сидит вот это вот, что вот все вроде хорошо, бояре просто херовые. Ну, это же одна из форм защиты. Это одна из форм защиты. Это еще хорошая форма, если вот бояре плохие, мы против войны, но царь хороший, но мы против войны, да? Это еще да, более... мы все нейтральны, мы в политике не участвуем. Вот такие вот. Это еще более-менее нейтральная форма, хотя она не сильно отличается от ярых сторонников вот этого путинского фашистского, назовем так своими именами. Движение, она не сильно отличается. Они так или иначе поддерживают это все. Человек, когда говорит, что он нейтрален, это значит, что он поддерживает путинскую власть. Естественно, которая сейчас творит то, что она творит. Поэтому нейтральности не бывает. Уже много раз мы говорили во время войны,
все исчезают оттенки и цвета, есть только черное и белое. То есть человек должен выбрать либо то, либо другое. Нельзя быть там не наполовину беременным там, и так далее. Ну, это верно. Ну, на самом деле, да. Хотя вот есть такой тезис, как безразличие, грубо говоря. Правильно? То есть он не может быть нейтральным, но он безразличен к тому, что делается с его страной, он безразличен то, что делается с его людьми, он безразличен, грубо говоря, то, что делается там, с ее сыном или его сыном. То есть максимальное безразличие. Главное, чтобы там компенсацию какую-нибудь, возможно, заплатили. Если он реально безразличен, то он безразличен и к своей жизни, естественно, а это говорит о том, что человек не обладает базовыми моральными и нравственными ценностями любого человеческого существа. Просто у него нет базовых ценностей. Он не любит себя, и, соответственно, он не может любить еще кого-то. Не может. Ну вот странно, зато как бы там... Они считают себя великим обществом, которое там вот Богу привержено, то есть в церкви ходят. Мама, папа учили доброте, там, вот не воруй там, вот, как бы такие вот вещи. Насчет величия это первый вариант, который я сказал. Что человеку очень сложно признать себя лузером, что он профукал вот эту свою жизнь, а он же понимает, что она одна. У него это не черновик, он пишет. Он свою жизнь пропукал. Он боится это самому себе признаться. Что вот он такой вот лузер-неудачник, да, вот назовем это. Ну тут даже не своя жизнь, тут, по-моему, жизнь на поколение вперед. Нет, ну мы сейчас говорим о конкретном каком-то человеке, а на поколение вперед. Конкретный человек. У конкретного человека, взрослого человека, как правило, есть какие-то дети, правильно? Да, есть дети, но сегодняшний вот такой вот убежденный, скажем, да, россиянин, он без проблем говорит, да, мой ребенок, он мужик, мужики должны воевать, наш дух там и так далее, пускай идет в армию, и если он погибнет, то я им буду гордиться. Да не, вот даже, я тебе скажу, вот общался с человеком, вот он вроде говорит, что вот там моего сына там заставляют там маршировать какую-то херь там какую-то делать вот эту армейскую школе в России. И он такой против. Ну, как бы все хорошо в России. Угу. Мы идем в направлении. Против того, чтобы его сын маршировал, но за то, чтобы его солдаты маршировали по чужой стране. Он вот так вот получается. Вот я вот немножко не понимаю вот этого вот дилеммы вот этой мозговой. Что у них там творится? И вот даже вот, знаешь, можно ты, извините? Да, конечно. Вот, грубо говоря, привел пример как-то на днях. Говорю, вот там работаю там в таком месте, там люди переплатили денег, 60 евро. Вот. Через 2 дня пришли, говорят, мы переплатили. Можно вернуть нам 60 евро, мы вот сейчас как-нибудь... Я говорю, вот эти норги, они меня удивляют. Вот, я не знаю, может быть, я такой, конечно, испорченный, но вот, честно говоря, меня удивляет, чтобы просто пришли люди и вернули 60 евро, потому что они знают, что они переплатили. У меня как бы вся работа такая. Я говорю, и как бы мы там разговариваем, у меня есть еще украинский там друг, и вот этот вот из России, и мы как бы, он такой, ну так понятное дело, у нас в России все так делают. Я бы просто очень весело и громко посмеялся на такую фразу. Да сколько у человека, понимаешь, вот... высшее мнение о вот этой русской расе. Вот я просто в шоке. Вот, меня это удивляет. Я просто не могу понять. Не о русской расе. Они считают, что почему-то большинство россиян считают, что они великокультурная, а следовательно порядочная нация. И тогда, а когда я им говорю, как же порядочная, если у вас воровство, которое называется коррупция на государственном уровне, да, если оно возведено в ранг официоза, они говорят, а их ответ какой?
А везде ведь так. А везде, конечно. Ну, давай. Вот и все, и о чем еще тогда говорить? И тут даже не коррупция, тут даже вот возьмем и систему, там, не знаю, вот здравоохранения. Тебе нужно прийти, заплатить тому, заплатить тому, заплатить тому, заплатить тому. Вот. А если ты не заплатишь, ты будешь как бомж валяться, и еще тебе занесут какую-нибудь инфекцию. Так вот, ну, это так или иначе упирается в коррупцию. Так или иначе, это как результат, это все равно коррупция. Да. Любая сфера – это коррупция, любая. И, к сожалению, эта тема тоже прогрессирует в Украине. Да, да, безусловно. В Украине это есть, но это же непонятно, что она есть там на каких-то... Хотя мне сложно даже представить, что она есть в Норвегии, но я уверен, что на каких-то 0,001% процента, на 1 тысячную процента где-то кто-то что-то может пытаться делать. Ну, я уверен, что да. Ну, насчет коррупции, да, но не здравоохранение. Нет, насчет коррупции я говорю. Я был в Норвегии, да, я когда был в Норвегии, такое ощущение, что я приехал, в коммунистическое государство. Вполне возможно, можно так сказать. Нет, я расскажу, что я имею в виду. Мы ехали через тоннели вот эти все, да, там. И там же платный, да, надо кидать там какие-то монетки. И там было написано, да. если у вас нет монеток с собой, то когда будете заправляться на следующий заправке, когда там будет заправлять, там скажите, что за такой-то тоннель я не заплатил, и отдайте деньги. То есть это на сознание человека рассчитано. А когда я жил в коттедже, мы жили там, я пришел к этому, к менеджеру, говорю, там есть стиральная машина, я не вижу, куда там сунуть деньги, чтобы постирать. Рядышком положите. Стиральная машина, сушка. А он говорит, а тут сверху баночка стоит, вот туда положите. Я беру эту баночку, там денег вот столько насыпано. Я же могу это все забрать, а не класть туда, правильно? Конечно. Вот, и ни у одного нормального человека, естественно, не возникнет мысль забрать это себе. Естественно, я туда положил денежку, но меня этот сам факт, впечатлил. Хотя, надо сказать, что вот на таких вот мелких этих самых в Америке, может, не так часто, но там я просто постоянно, вообще, я думаю, что это такое коммунистическое, в хорошем смысле коммунистическое. Коммунизм, понятно, это дело утопическое, но... В хорошем смысле просто такой развитой социализм плюс частная собственность. Вот социализм не подразумевает частную собственность. Вот. А в Америке у меня был случай тоже. Я покупал один дом, потом там второй. И потом много лет, я там, неважно, я уезжал в Европу, вернулся. И через много лет мне пришло письмо, что придите, вот вам там $400 должны. Тайтл компания, через которую оформляется недвижимость. А потом еще через несколько месяцев еще пришло там что-то 300 с чем-то, что ли, я переплатил. Это годы, 10 лет, наверное, прошло с тех пор, когда я покупал эти дома. И мне через... Они меня не могли найти, потому что я уехал, сменил адрес, но они меня в результате нашли. И вернули мне эти деньги, Вот, пожалуйста. В Норвегии немножко тоже, вот у меня жена с Украины, и тоже не могли найти немножко ее счет, адрес, искали 3 года, потом все-таки нашли ее, выплатили ей там 1200 евро, которые они пересчитали. Вот. Тоже приятно, чувствуешь, что никто тебя не хочет того. Ну да. А вы как, нашли интересных экземпляров? Да, нашел. Уже достаточно, причем хорошо нашел, да. Я вас, кстати, частенько смотрю, на работу еду. У меня полчаса работы, я включаю ваши ролики. Все, спасибо за поддержку канала. Этот ролик я выставлю с вами, если вы не возражаете. Не знаю, разве он информативный? Нет, людям это будет интересно, конечно. Вы из Норвегии. Понимаете, это очень интересно людям, а как же? Грубо говоря, это Норвегия, она такая очень консервативная страна. Тут, скажем так, мир меняется, а Норвегия стоит на месте. Может быть. Я сейчас не про это. Людям интересно узнать вот эти вот мелочи даже. Потому что у большинства людей, которые смотрят все-таки из пространства СНГ, у них
они не знают этого. Они многие, у многих это не умещается в голове, и это всегда информативно. Ну, я скажу, что, например, многие, вот кого я знаю, даже и из России, из Украины, приезжали в Норвегию и чувствовали себя сильно не в своей тарелке. Ну, я не знаю, я путешествовал, я получил огромное удовольствие от Норвегии. Красивейшая просто страна, красивейшая. Ну, да, в плане природы я согласен, просто да, шикарно. Да, да, да. Да, людское общение, да, там как-то вообще мало людей было. Там бывало, что мы часами ехали, ни одной машины вообще. Да, так вот, например, в воскресенье или в субботу выезжаешь вечером, все, там никого нет, просто никого, мертвый. Да, город. Да, да. Не, ну мы... Очень сильно развиты, вот, даже вот смешно говорить, там, вот, там в России говорят, семейные ценности. Вот, грубо говоря, вот в такой маленькой крошечной стране, как Норвегия, вот тут развиты семейные ценности. Потому что люди проводят все вот эти выходные дома, они сидят вместе, там как бы что-то играют, что-то там, какие-то ужины, какие-то там, именно дома. А вот, я не знаю, в России, когда, о которой трубят семейные ценности изо всех щелей, а все вот выйди в Питер, в Москву, там, в субботу-воскресенье, что там творится? Ну, там дурдом на улицах. Не, ну, немножко там урбанизированность другая, в общем-то. Плотность населения другая. Нет, уклад немножко все-таки в Норвегии есть свой, там более такой, ну, скажем, спокойный, медленный, да. Вот. Ну, как и везде на северах, на самом деле, на таких северах-северах, я имею в виду. Потому что Питер тоже все-таки довольно северный город. Ну, я скажу, что там очень развита ночная жизнь, например. Вот, например, в Осло, то вот там ночной жизни практически нету. Вот я помню, ездил пару раз в Осло погулять, пошляться там, интересно, что там творится. После 11 часов вечера там пусто. Просто пусто. Ну, вот. Не с кем подраться, не от кого в пятак получить, не с кем нажраться, блин. Вот так. Ладно. Приятно было поговорить. Побегу я тогда. Все, всего хорошего. Счастливо, счастливо. Ну вот, друзья, это наш подписчик из Норвегии. Вот. Ну, мне лично было интересно с ним поговорить. А вы скажите, напишите, была ли вам интересна та информация, которой мы делились мнениями, мне его мнение было очень интересно. Напишите, вам вообще вот такие диалоги интересны или нет. Вот. Если интересны, то ну, я это просто намотаю на ус и буду знать. Хорошо? Ну, а так все, друзья, давайте пока, до новых встреч.